Здорово, Докелиус. Они там где-нибудь моются вообще, они постоянно грязные. Что ты, Дракелиус, как дела? Почему не спишь? Да я меняла Яре повязки. Она быстро пришла в норму. Ну да. Шрамы крепкие. Я туда и обратно. О чем они спорят? Иди к черту, Яра! Я не мог бросить тебя! Лев не хочет уходить из Сиэтла. Оуэн пригласил их отправиться в Санта-Барбару. На него похоже. Я думала, ты отговорила его уходить. Вообще-то я пойду с ними. Но только без тебя. Опа! Что? Он, может, и повелся на твою игру с детьми. А я нет. Ля, сучка. Да нет никакой игры. Лучший убийца шрамов внезапно подобрела. И Оуэн тут ни при чем, да? Я не всегда поступала правильно. Ты дерьма кусок, Эбби! Всегда была. С меня хватит. Привет, Саня. Хочешь помочь этим детям? Исчезни из их жизни, пока ты ее и им не изгадила. Ого, Дракелиус, нормально у тебя там. Черт. Так она и не хотела в Санта-Барбару уже, не? Вроде ж не хотела. Эбби. Модный вид. Эбби, все хорошо? Как рука? Ну, лучше, чем была утром. Лев успокоится? Конечно. Да. Поможешь мне его поискать? Он очень взвинчен. Да. Он убежал туда. Блин, ну вообще, на самом-то деле, во всем их тройничке между беременной бабой Эбби и мужиком этим, да, Оуэном, самое говно мужик, кстати. Не Эбби, на удивление. Самое говно — это мужик. Потому что он, пока любит Эбби, перепихнулся с вот этой бабой, заделал ребенка, теперь от нее хочет уйти, а Эбби всегда была говном. Ну как так это? Как это? Как это? Как это так это? Лев! Самое говно — это игра? Лев, вернись, пожалуйста. Почему Лев не хочет в Санта-Барбару? Он переживает за маму. Боится, что она пострадает из-за нас. И есть чего бояться? Ему сейчас о себе надо подумать. Мы сейчас пойдем еще их маму спасать, но вы серьезно? А что с ней могут сделать? Иногда родители наказывают за проступки их детей.
Но наша мама очень набожная. Я думаю, ее не тронут. А жестко мужика, надо. Пусть будет лесбийский секс, то уже помочь. Был. Уйти она не согласится. Ее не убедить. Меня больше волнует, что она скажет ему. Лев! Лев! Прости! Лев, выходи! Лев! Лев! Интересно, а это он видел? Он любит акул. Любит акул, но не любит океан? Он тебе в этом признался? Нас с ним сблизил страх смерти. Он сказал, ты храбрая. Врет он все. Не знаю, как тебя благодарить. Да и не нужно. Я сама хотела. Ты слышишь? Лев! Эй, ты здесь? О, бляха-муха! Не бойся, она хочет поиграть. Привет, милая. Что принесла? Она тебя не тронет. Так, смотри. Апорт, Элис. Чё, опять, что ли? Она хочет, чтобы ты опять её кинула. Ладно, ещё разок. Мы идем дальше или нет, я понять не могу. Попробуешь? Мне кажется, лучше не стоит. Она же не укусит, правда? Нет, обещаю. Руку вторую отгрызет? Какой кек. Можно еще кинуть? Она будет только рада. Песик классный. Ваф-ваф. Кинуть бы подальше. Аф-аф. Аф-аф. Надо идти искать дальше. Эля кидает, а прапор приносит. Такой кек. Алло, я не могу пройти. У меня рама широкая, мне надо больше места. Лев! Что на него нашло? Думаешь, вашу маму точно не переубедить? Если она его увидит таким, своими руками придушит. Он много тебе рассказал? Не особо. Я слышала, ваши называли его Лили. А это типа намек на то, что девочка Лили захотела стать мальчиком, потому что чувствует себя мальчиком? Я не понимала, почему он критикует законы. Или нет? Или просто он... Она бунтарь. Когда он объяснил мне, как он себя ощущает, я сказала, никому не рассказывай. Я надеялась, у него это пройдет. Какое-то время он держался. Но потом побрил голову. Как делают мужчины. Это был приговор.
А, да, все-таки девочка ощущала себя тогда мальчиком. Ясно. Сперва я на него наорала. Ударила. Какая я дура. Исламчик, так тут же мы уже обсуждали о том, что те, кто вообще создавали эту игру, двое человек, они там какую-то занимают нишу в ЛГБТ и феминистическом сообществе. Поэтому они сюда это и впихнули. Проснулся сегодня в 6 утра, уснул в 3, как перед экзаменом. Начал смотреть проекты универские, еще по лифтам и так далее. Сейчас голова болит, а в итоге оно и не сильно нужно было, и так знал, что нужно. Но лучше перебздеть, чем как недобздеть, думаете, конесолечка. А если будет что-нибудь еще болеть, ляжись спать. На прошлой неделе он получил назначение. О, Октопуся. Солдатом, как я. А его решили выдать замуж за одного из старейшин. Бедняга. Его решили выдать замуж за одного из старейшин. Ау. Ауш. Где Санта-Барбара? Это в Калифорнии. А где Калифорния? Вот, смотри. А вон же, внизу. А это... Санта-Барбара. А наш остров? В таком масштабе его не видно, но он здесь. Так далеко? Да. Хорошо. Должно же тут было что-то остаться. Не-а. Такое фуфло нам не нужно. В смысле фуфло? Алло, ты не в том положении, чтобы разбрасываться вещами. Вот, смотри, какое платьюшко с тюленчиком. Вообще, ты в нем будешь просто секс, Эбби. Я более чем уверена. Оуэн сразу тебя захочет. Давай. Да ты можешь перелезть или нет? Может, это? Идеально. Мел не права, кстати. Ты хорошая. Ты меня не знаешь. Нет, знаю. Эбби, перестань воровать мои вещи, а? Извини, я не знала, что это все твое имущество. Ну, мой... океанариум? Мои вещи? Да я шучу. Бери что угодно. Ты нет. Не. Ты видел Лева? А, да, он был в том зале. Ясно. Можно на два слова? Я догоню. Хорошо. Она не поняла, что я шучу. Не лажу я с детьми. Да. Но вот ты им понравилась. Так ты... едешь в Санта-Барбару, так? Не могу. Почему? Сам знаешь. Мы что-нибудь придумаем. Что? Тебя баба беременна от тебя. Нет, нет, не поздно. Я понимаю, что все охренеть как сложно. Понимаю. Но мы можем быть счастливы. Эбби. Бросай бабу, забирай ребенка и будешь счастлив. Имеем на это право. Вот, единственный выход, мне кажется. Ну или просто бросай бабу. Осуждаю, конечно. Ты слышал?
Куда это он? Он пошел за ней. За кем? За мамой. Эбби, она его убьет. Лодка готова? Еще нет. Сколько тебе нужно времени? Пара часов. Черт. Мы его опередим. Возьмем катер на пристань. Эй, она еще не отошла. Я в норме. А как я одна его найду? Я с вами. Оуэн! Они хотят плыть на этот остров. Вот именно. Я не могу отпустить ее одну. Вообще-то можешь. Я хочу помочь. Да? Так останься здесь и почини лодку. Расставь приоритеты. Яра, пошли. А, и получается, она их здесь оставила, и Элли их двоих убила. А если бы она взяла мужика с собой, убили бы только бабу. И то, кстати, не факт, что убили бы. Блин, я сегодня пальчиком ударилась, у меня теперь ноготь вот, болит. Да, ты как? Нормально. Ладно. Так, ну мы почти, кстати, дошли до финала игры Эль за Эбби. Нам нужно отправиться на остров, вернуться с острова. А, мы увидим трупы и пойдем искать Элли. И все. И типа игра, походу, за Эбби закончится. Ух ты. Нет, ни за что. Оставь надежду всяк сюда входящий. Так, ловлю. И я справлюсь. Вперед. Осторожно. Мы доберемся до твоей деревни целыми. Мы можем причалить в неприметном месте на берегу. А оттуда мы пойдем тропами. Тропами? Там вполне безопасно. Как считаешь, лев может передумать? Нет. Если мы прямо. Он понимает, на что иду? Надо. Он тоже придет. Но ведь она его мама. Лев подождет. Главное лут. Правильно, чатик? Нет ничего важнее в этом мире, кроме как полутаться. Как нам отсюда пройти к причалу? Кажется, нужно идти в обход. Нам сюда. Плыть, что ли? А у девки не будет заражения, если она поплывет? Уже поздно. А что тут? Эй, можем пройти здесь. Все, залезай. Кстати, Эбби забыла по поводу времени, которое там же собрались атаковать остров, не? И обойти. Ладно, я поняла. Чатик. Are you here? Яра. Are you here, my dear? Хаски. Укушу тебя за попаску.
кушу, я энгри хаски, укушу за писюняську. Это что такое? Анаик же жлесу дюэц. Жлесу дюэц, ёпта. Вики, береги себя. Мою лодку сегодня дважды обстреляли. Похоже, придется ставить сети подальше в море. Там укачивает так, что хочется блевать, но это лучше, чем снайперы шрамов. Почему мы до сих пор не захватили эти садки? Вылазки на территорию шрамов не кончаются ничем хорошим. О чем вообще думает Айзек? Может, после этой смены подадим рапорт о переводе? Лучше перечистить всю картошку в мире, чем опять лезть под пули. Пожалуйста, осторожнее. Жду тебя дома. Кент. Так, что тут еще есть? А, больше ничего нету. Сейчас у Мари в ТГ будет одна из причин, почему меня издревле называют мразью. Ну-ка, пойду гляну. Иди. Она запостит или ты запостишь? Я не могу найти ссылку на вход. Ну, хочешь, я у них там попрошу? У меня просто самой ссылки нет. Она где там? Где вообще? А, это надо зайти на канал и написать Telegram, да, или что-то такое. Не надо? Окей. Ну-ка, ну-ка, что ж ты там хочешь сделать? Так. А куда идти дальше? Я не совсем поняла, куда идти дальше-то? У меня есть Телеграм, но нет Телеграм-канала. Здесь как-то можно наверх подняться? Вроде нет. Ну, стикеры я делал. Ну, не я делала, Фокс делал, да. А, во. Эй. Побудь здесь. Я найду лодку и заберу тебя. Нет, я помогу. Не надо. Я сама. Ладно? Ладно. Я видела живых. Ну, смайлы есть, стикер-пак. Он же... А, в Дискорде. Чего? Блин, я не то сделала, ну ладно. Сегодня вечером мы атакуем остров, но тут вылез этот пендек. А, фотка еды? Поняла. Я послал за подмогой.
Помощь на подходе. Вроде. Мне нужна лодка. Срочно. Зачем? Рассказывать некогда. Ну тогда поможешь мне с этим гадом. Давай. Миссия окончена. Несуйся. Он перебил весь мой отряд. Ничего, он свое получит. Сраные чужаки. Какие чужаки? Взялись из ниоткуда, пару дней назад. Атакуют нас без конца. Почему? Не знаю. Быстро, быстро! Сюда! Си. Эми! Ерунда! Испугалась. На мосту. На мосту сидит. Боже, ну и прыг. Быстрей. Постой! Ай! Я пролетаю! Не суй! Подожди секунду, пусть подумает, что мы... Поняла. И чё? Дальше идем. Да сука! Давай. Ой, чатик. Не знаю, как-то за Эбби почему-то не так интересно играть. Да? Или мне кажется... Эй, иди сюда! Да подожди ты. Не видишь, я занята. Так, я тут все залутала, вроде все. Улицу затопило. Ладно, что ты предлагаешь? Побежали в тот гараж. Сойдет за укрытие. Я за тобой. Пошли. Разваливается! Уходим! Беги, беги! Нет, касатель! Это точно. Вот кто должен быть нашей целью, а не остров этот. Штурм не отменили? Он, может, прямо сейчас и идет. Черт. Блин, места нет, это плохо. Это очень-очень плохо. Да дайте взрывчатки. Господи, что вы такие жадины? Оля, хорошо, хорошо. Мне нравится, молодцы. Тряпочку еще возьмем. Тряпочки, это хорошо. Да, Лирен. Так, тут надо что-то открыть, что ли? Мэнни. Да еб твою мать, как же он видит? Хрен ли он делает? Черт, он ведет их к нам. Готовься. Да еб твою мать.
Он ведет еще кого-то, нет? А что чувак сказал, куда идти надо? Здесь лестница! Бля! Я руина. Я такая руина. Нормально, Томас, нормально, красиво. Дайте мне только добраться до него. Ой, блин, руина нахрен. Эбби, сюда! Подожди. Ты иди, я прикрою. И где он? Далеко он не мог уйти. Пригнись! Черт! Ой! Да в жопу! Это Финчимуэрто! Чимуэрто? Вон он! Это типа чмо, только... Чёрт, беги! Бегись! Сука! Эбби! Попался, пердехо! Пердехо? Чмехо, пердехо, чмуэрто, пердехо. Что там, как он его еще обзовет? Вообще, мне надо... похилиться. Да блин! Обойди его! Ты его видишь? Боже мой! Эбби! Черт! Ему конец! Читер, с автонаводкой работает, мраз. Давай, надо его выкурить. Нет. Что? Он нас поджидает. Сюда. Притащишь этого гада к Айзеку, тебе все простят. Посмотрим, что от него в итоге останется. Мэнни. Элли пока отдыхает. Нам показывают... О, ёб твою мать! Он Мэнни прострелил! Офигеть!
Офигеть. Привет, Килотех. Это Томми? Здорово, Мазилкин. Эбби. Я отлично, а ты как, Мазилкин? Как твой день прошел? Нам нужно найти Лева. Пошли, возьмем ту лодку.